Всем привет! Сегодня я хочу приготовить сырные лепешки с зеленым луком и яйцом. Я беру только зеленую часть, побольше, потому что он такой зимний. Это я сохраню, вот эти буду готовить, то возьму вместо лука. Вот попутно я готовлю хлебушек из дрожжевой на цельнозерновой муке, половина на половину, и белой муки. Вот такая красота. Быстро готовится. Видео я поставила. А сейчас лепешки будем делать. Сейчас я лук покрошила уже. Отру яйца. Солим по вкусу. Готовлю тесто. Мне необходимо 400 миллилитров кефира. Засыпаю, у меня здесь 2 неполных чайные ложечки соды. Я их разделяю для кефира и для муки. Половинку для кефира. И вот у меня остается еще для муки. Пошла реакция. Засыпаю 1 чайную ложечку. У меня не полная чайная ложечка крупной соли. Сыр любой. У меня гоуда. Средний такой. Где-то 150-200 грамм. Сыра. И добавляю 600 грамм муки. Соду смешаю с содой. Чайную ложечку неполную. Да? Вот так. И насыпаем. We'll be right back.
Ставлю в духовку при 195 градусах где-то на 20-25 минут. Ориентируйтесь на свои духовки. Пока пекутся мои лепешечки, я прорекламирую, поскольку так получилось не специально, но мне нужен был хлеб. Часто его пеку, быстро съедается. И у меня осталась здесь начинка. Я сейчас хлебушком ее съем. Вот, покажу сразу, порежу. Он уже остыл. Тепленький еще, конечно. Вот. Не знаю, видно, не видно. Такой хлебушек. Ну, конечно, еще немножечко можно остыть. Вот. Это на соде, без дрожжей, на цельнозерновой и простой белой муки. 50 на 50. Немножко масла. Это будет вкусно. И вот, стараясь ничего не выбрасывать, у меня даже хлеб, я его делаю сухарики или засушиваю с чесноком, натираю. Ну, практически можно съесть. Падает, но будет очень вкусно. Ну, такой перекус. Это очень вкусно. Саша сейчас придет, перекусит, пока лепешки будут готовы. Для вкусности. Я смазываем их маслом. Они получатся такие блестящие, красивые и вкусные. Готовы мои лепешечки или пирожочки, как их назвать, неважно. Важно в том, что они очень вкусные. Пробуйте, пишите комментарии, пожалуйста, будьте активными, ставьте лайки, подписывайтесь, я буду очень рада всем. Будьте здоровы, счастливы, любимы. До новых встреч!